Вот дальше один рентген это уже 1000 мили. А вот смертельная доза 500 рентген. То есть, если бы там было 0,4 рентгена, то это бы было бы, ой, как больно. Уже самую опасную зону. То есть первая зона это условная территория вокруг Черного Песка, наиболее загрязненная, вот, на которую люди заезжают только с выполнением каких-то работ. Вот. А вторая зона это проще территория, как бы зона отчуждения. На самом деле, как 30-километровая зона отчуждения давно уже утратила именно конфигурацию 30-километров. Это изначально в 1986-м, как бы, когда проводилась первая волна эвакуации, то была именно 30-километровая зона отчуждения. Но украинская как бы часть зоны отчуждения в 1992 году была продлена на запад, учитывая то, что после проведения дополнительного радиологического мониторинга стало ясно, что некоторые населенные пункты на запад именно получили более плотное загрязнение, чем даже некоторые территории внутри 30-километровой. И поэтому с 1992 по 1997 год интенсивно велось выселение дополнительных населенных пунктов вплоть до Полесского и Вильчи. Ну и частично выселяли некоторые населенные пункты вокруг Народичи. Таким образом, как бы зона была увеличена. Но это как бы вторая, считается второй зоной отчуждения, то есть те, в общем-то, которая больше выполняет такую барьерную функцию между реально загрязненными территориями и территориями, где проживают украинцы на сегодняшний день. Вот. Ну а третья санитарная зона, это считается сам город Чернобыль и те поселки, которые являются дезактивированными, и там разрешается проживать персоналу в период нахождения на вахте. То есть, как правило, тут у нас два основных графика работы. Это либо вахта по 15 дней, там те люди, которые задействованы там, в обслуживании, там, в каких-то непрерывных технологических процессах, те именно работают по вахте. То есть 15 дней выполняет работу один человек, потом 15 дней второй. Такой вот получается отпуск. Но большая часть как персонала на сегодняшний день уже работает по графику 4-3. То есть в понедельник персонал завозится в Чернобыль, и потом в четверг вечером убывает обратно на свою родину. Поездки в Чернобыльскую зону нельзя назвать туризмом в прямом смысле этого слова, потому что это не этап развлечение. Был в процессе уже сдачи в эксплуатацию даже. То есть 86-й был пусковой. Во всем Советском Союзе была одна бригада, которая занималась пусками пусконаладочными работами, скажем. Только она уже прибыла сюда и судорожно готовила к сдаче в эксплуатацию 5-й энергоблок. Но произошла авария на четвертом, после этого как бы строительство заморозили, потому что появились более важные задачи, такие как строительство нового саркофага, плюс, где, естественно, конструкции были загрязнены этим. Вот. Ну и в 87-м году, то есть уже подписан был указ о консервации строительства. А это вода? Это именно как водительный канал. Да. Это все замкнутая система, которая состояла из этого канала и из прудоохладителя. Но сейчас, получается, канал оставлен как резервный водоем. Вот, то есть его дамбами отсекли от прудоохладителя. Прудоохладитель прекратили подкачку воды. То есть планируется за 7 лет снизить уровень до того, который был до аварии, то есть до строительства, то есть до уровня реки. Потому что она высохла просто, да? Да, да, да. И поэтому то есть, решили, специально, естественно, никто не выкачивает, то есть уровень будет снижаться, постепенно возникает некий твердый, некий травяной слой, и в итоге все это будет постепенно связываться и зарастать. Очистка майданчика під будівництво, підготовка під фундаменти і всі інші роботи до спорудження самого нового безпечного конфайменту розпочались у 2010 році. Контракт із консорціумом «Новарка» був підписаний між Чорнобильською АЕС і консорціумом «Новарка» у 2007 році восени. У 2012 році у квітні місяці розпочались активні роботи по спорудженню східної частини новобезпечного конфайменту, або арки, як вже так називають цю споруду. За цей час вже збудовано не тільки
завершено будівництво новобезпечного конфаменту східної частини, але і західної частини. Арку висотою 109 метрів обіцяють закінчити уже к осені 2017 року. І тоді ж її будуть надвигати зі швидкістю 10 метрів в час на розрушений реактор. Слава Богу, на мой взгляд, что жизнь в зону возвращается, и уверенно возвращается. Особенно хорошо это заметно Припять, как она зарастает. И у меня есть фотографии, сделанные где-то в начале 90-х, потом через 10 лет с одной точки, одного плана. И видно, что на первой фотографии дерево, допустим, приставало где-то чуть первый этаж, может, чуть выше. Вторая фотография – это уже третий этаж. А когда проходишь по детским садикам, на которых раньше ходил, они вообще неузнаваемы. Там джунгли, внутри дворовые пространства, места, они просто заросли лианами. А внизу дерн, ну, это два, я не знаю, там сколько слоев. Благодатная почва для червей и рыбаков, наверное. Вот. Ну, там лучше, конечно, скорее всего, не ходить, я так понимаю, потому что то, что выпало в апреле 86-го, природа законсервировала. Лучше не копать, не ругать.